На доме номер 26 по улице Ленинградской в Чебоксарах появилась мемориальная доска. Имя, увековеченное на ней, хорошо известно не только горожанам, но и всем жителям Чувашии. Илья Павлович Прокопьев возглавлял республику 14 лет, и эти годы были очень значимыми для экономики, социальной и культурной сферы. Илья Павлович Прокопьев, почетный гражданин города Чебоксары, кавалер орденов и медалей за заслуги перед Чувашией, обладатель множества благодарностей и почетных грамот. Эти звания и награды достались ему за то, что всю жизнь он служил людям. Утром я уходил на работу в 7 часов. Сейчас, значит, осмотр города. И во сне приходил на работу. И по дороге, пока я сейчас, ко мне обращаются люди. И я приемом в обкоме занимался, но решал вопросы на ходу. В юности Илья Павлович собирался стать учителем, даже окончил педучилище. Но практически сразу же ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке аж до 1950 года. А когда вернулся на родину, познакомился с тогдашним руководителем республики Семеном Услюковым. Его всю жизнь называл своим учителем. А самого Илью Павловича Прокопьева считают таковым не одно поколение управленцев. И свою команду тоже настраивал на то, чтобы делать с чистыми помыслами и с честью любое дело. Илья Павлович руководил республикой с 1974 по 1988 годы. И это было время глобальных перемен. Бурно развивалось жилищное строительство и промышленность. Благодаря его организаторскому таланту в Чебоксарах возвели гидроэлектростанцию, тракторный завод, клинику микрохирургии глаза. Его кристальная честность, это требовательность, это дружелюбие, это вот это любовь, вот именно вот любовь к людям, которую он нес на протяжении всей жизни, конечно, мы ощущали и дома, несмотря на то, что мы видели, конечно, редкие минуты. На заслуженном отдыхе бывший секретарь обкома КПСС продолжал вести активную научную и общественную деятельность. В историю Чувашии его имя навечно вписано золотыми буквами. Елена Гальперина, Мальвина Петрова, Борис Андреев. Республика.